Дима и Игорь во флай-парке на батуте. Игорь, покажи, как ты можешь. Классный парк, сегодня 2 мая. И Дима с Игорем занимается физкультурой. Вот он такой огромный флай-парк. Чего тут только нет. Даже трудно всю перспективу показать. Сейчас покажу. Сколько разных аттракционов. Тут можно находиться весь день. Без лимит. А. Не знаю, здесь... Так вы разве здесь не были? А я думал, вы именно здесь были. Что? Я думал, вы здесь были. Нет, ну, дальше были. А да? Здесь еще больше интересно. Ну, хорошо. Хорошо. Пока прервемся. Тут прыгать можно весь день. Давай, ну давай. Давай, раз, два. О. Давай, 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 давай. О. И вот, даже их не видать. Где они? А ну еще раз. А можно вон сверху прыгать? Да, Дима. О, вылазит, вылазит. Мои ляли, вылазит. О. Что такое? Он устал. Может, ты очки снимешь? Очки снимешь. Может, отдашь мне очки, Игорь? Очки отдашь? Чтобы не разбить. Не волнуйся. Ну тогда одень. Одень тогда. Ты ешь шарика. Залезай на самый верх. Сможешь подняться? Игорь любит больше полазить. А Дима в это время нашел себе занятие. Вот Димка наш. Играет в Реймана. Вот и выйдешь. Ну смотри, можно залезть наверх и скатиться. Не знаю, не хочу. Ну так выбери себе что-то. Иди дальше посмотри. Да? Посмотрим, пошли дальше что-то. Пока оно играет. Давай. Посмотри. Вот. Сюда чего не заходили. Тут можно было, смотри. Забегать вверх. Ну так. Что ты? Вот смотри, здесь на канатах можно. О, вот, на канат. Давай.
Заходи. Да у тебя есть. Раз? Да, заходи. Игорь, мне ж тебя подгонять, что ли? Прокатись до Тарзанки. Ну не хочешь. Я не знаю, может ты хочешь. Ну так иди узнай, мне что, тебя за ручку водить? Нет. Иди узнай. И Игорь вообще тут. А, тут для празднования дней рождения. Понял? Тут для празднования дней рождения. Ну, пойдем назад. Ну, на Тарзанку. Там колесо есть. Иди на Тарзанку. Вот. Можешь залезть наверх. Попробуй, залезь. Вот это тебе будет интересно. Скалолазами. Будешь скалолазом. Подходи. Вот такая тут горка. Стена отвесная. И сейчас Игорь на нас будет. Цепляйся и лезь. Да. Ножками, ручками. Давай, давай. Ты прирожденный скалолаз. Так, молодец, лезь. Да выше лезь, куда ты назад полез? Лезь до самого верха, не бойся. Лезь, говорю, давай. Ну обернись, покажи мне лицо свое. Да пообернись ко мне. Все ж ты трусишь. Что, все? Ну, давай, давай. Ну, ногу ставь выше. Не бойся. Подтягивайся, Игорь. Да что ж ты такое? Сейчас он еще попробует. Ну попробуй еще. Не бойся. Да. Подтягивайся, что силы нет. Давай, давай, не трусь.
ставь ногу выше. И подтягивайся, не бойся. Ай-яй-яй. Как не для тебя, для кого? Дима в шаре. Дима наигрался на приставке и пошел к шаре. О, сколько этих шариков. Тьма. Тьма шарик. Залезет ли он наверх? Или опять же испугает? Не, он ползает внизу. Ну, не дурак, не все. Глядит. Лёня! Придёт, придёт. Ну что? А уже все занят. Димка сюда играть пришел. Дима. Я не привел тебя ни сюда, ни на приставки. Для активного отдыха. Вот вы еще не были в лабиринте. Идите в лабиринт. Вот, лабиринт. Идите туда. Да вот здесь зайди. Вот сюда. Вот вход. Вот и все. И ушли куда-то, уползли. Замок, первый уровень. Дима, а ты куда уполз? Там же страшно. Все, скрылись. Жди, они тут. Есть комната диснеевских принцесс. Игорь тут нашел шахмат. Есть комната миньонов. Зая, мы не будем здесь играть в шахмат. Хочешь с Димой поиграй? Поиграй с Димой. А вот комната Алисы в стране чудес. О, какая комната. Котик, шляпник, чего только не придумал. Тут еще разные комнаты, фиксики. Это Monster High. Монстр Хай, да. И Бэтмен. Играть и играть. Да. Пока все столы не кончатся. Куда? Она что-то затылок чешет.
я правда удивлюсь. Да, ну что? Ты решил попробовать или нет? Да.